Свой волонтерский путь Елизавета Прохорова начала 3 года назад. Множество знакомств и интересных проектов. С начала пандемии коронавирусной инфекции девушка начала помогать пожилым и людям, которые входят в группу риска. В период пандемии, когда мы с этим столкнулись, мы действительно поняли, насколько это сложно, когда ты работаешь с людьми старшего возраста, помогаешь постоянно, то есть постоянно на связи, это эмоционально очень тяжело, физически. Слова благодарности и небольшие подарки от добровольцев получили работники Центра социального обслуживания населения «Безымянский». Ежедневно его сотрудники также оказывают помощь пожилым людям, помогают в уборке квартир, доставке продуктов и лекарств. Но очень часто для бабушек, для дедушек нужно вот именно внимание, помощь и поддержка в чем-то в совете, так как у многих нет ни родных, ни близких. Наши бабушки требуют внимания, не только бабушки. Поэтому наш социальный работник, он и необходим, и важен, чтобы они полностью были и ухожены, и накормлены. Благодаря совместным усилиям социальных работников и волонтеров акции «Мы вместе» ежедневно удается обработать все поступающие заявки и помочь каждому, кто в этом нуждается. Михаил Ермоленко, Ирина Балясникова, Григорий Плешаков. События.